Хотельский прямо. Направо. Нам надо Котельский. Приехали, приехали, Котельский. Станция Котельский. А, пригрелись? Я смотрю, под ноги, посмотри. Ой, ой, просто. О, как хорошо. Все по порядочку выходит. Конечно. Вы же наши звезды. Привет, привет. С праздником, здравствуйте. Не Москва, а Котельский. Добрый день, Котельский. С праздником. С праздником, играй гармонию. Представители доблестного ансамбля «Надежда», поселок Кингисеппский. Вы, наверное, житель поселка Котельский? На праздник пришли? Я не знаю, что-то только узнал, что это за праздник. «Играй гармонь», вон здесь написано крупно над вашей головой. Песни любите? Песни люблю. Сегодня частушки будут звучать. О, я хоть похлопаю. Так не похлопаю, а надо самому что-нибудь исполнить. Ну-ка, спойте частушечку нам, хоть одну. Ну, я такие частушки знаю. А котельские ребята не поют? А квакают. Целоваться не умеют, только обслинякают. Здравствуйте. С праздничком. Спасибо. Откуда гости дорогие пожаловали? Ой, а мы, наверное, говорить не умеем. А у вас, наверное, танцевальный какой-то коллектив. Или поете? Поете. Поете, а как называетесь? Яна. А, ну, Яночка зовут, да? А вторую красавицу? Полина. Полина, ну вы вообще такие красотульки. Давайте хорошенько только пойте. Слова все знаете? Выучили? Ну, давайте. Успехов вам. Закусывайте хорошенько. А ты скажи, что ты будешь петь-то? А какую песенку? В Куземке она называется? Ну, скажи, что ты поешь. Чистушки. Вот, чистушки, конечно. Ой, ой. Ну, маленечко, один куплетик. Один куплетик, тихонечко. Так. Выйду я гулять, новенький ботиночка. А ребята говорят, будто я картиночка. У-у-у. Ну, еще один, давай. Пока у нас музыка есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда такие красавицы приехали? Куземкина. Куземкина? Мы уже только что общались с маленькими куземкинками. Как ваш коллектив называется? У нас коллектив «Раздолье». Ой, какое красивое название. Новое название. У нас коллектив поменялся. Кто-то остался, кто-то новенький пришел. А руководитель у вас кто? Так. Марина Зверева. Все, сфотографировали? Да, Марина Владимировна. Это интервью. Подождите, куда побежали? Ну ладно, я вам желаю успеха. Спасибо. Не сбиться на частушках, чтобы от зубов отскакивало. А еще? Еще одну, подождите. Ну ладно, ничего, пока мы 2 секунды переговорим. Секундочку. Что исполняем? Так, мы наш коллектив «Раздолье». Ой, вы самый главный забыли. Ой, какие куклы. Мы исполняем частушки пенсионерские.
на белый. Так, значит, у нас более... Не, на записи стоит, наверное, Оля. Постарше пара, молодая, они исполняют частушечки у нас. Любовные, заводные. И маленький состав наш новый, они у нас впервые на этой сцене. Они у нас частушечки пропоют про свое житье-бытье. Так, а вот вы говорили про капусту, там что-то такое молодежь поет. Значит, у нас молодая пара у нас тема труда. Молодая девушка осенью насолила капустки и угостила паренька. Паренек попробовал и влюбился. Капуста вкусная, значит, хозяйка будет хорошая. Предлагает ей гулять, дружить и уводит ее за собой под ручку. Вот так, глядишь, и поженятся ведь. Да, да, нет, пока. Все, вам успеха. Вы очень красивые, яркие. Сейчас сфотографируемся. Здравствуйте. Здравствуйте! С праздничком! Откуда вы пожаловали? Приехали выступать будете сами? А вы журить будете, значит? Ну, может быть, скажете несколько слов для всех участников фестиваля? Пораньше. И очень приятно, что мы становились молодые, моложе и моложе. Но присутствовали все остальные. Частушки, песни, дорожки, все по-русски, все по-российски. Приходите к нам на работу. Погромче. У вас сегодня такой праздник шикарный намечается. Подготовились капитально? Подготовились капитально. У нас очень много участников. А сколько всего коллективов? Ну, коллективов... У нас практически весь район сегодня участвует, потому что сегодня будет очень интересно. Мы приглашаем всех в зал. В качестве можно даже и как. Ну и пожелайте всем участникам. Всем участникам, которые будут желать действительно успеха, да, удачи и победы. И чтобы это стало такой традицией надолго, надолго, надолго. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда приехали? Из Аполекс. Как ваш коллектив называется, ребятки? Дамисолька. Дамисолька. Ну вы уже вообще-то знаменитые в районе. Очень. Ну вас посмотрела, сколько народу на концерте. Помните? Что сегодня, частушки исполняете? Да. Очень красивые вы. И голоса у вас, я знаю, звонкие. Ой, это уже подготовка идет, вижу. Рот открывается. Я вам желаю успеха. Все. Спасибо. Спасибо. Играй гармонь. Вы приехали из поселка Кингисеппского на ежегодный праздник «Играй гармонь». И любуемся этой выставкой, которую устроили работники Дома культуры. А также спасибо за чай, который нас угостили. Желаем всем успеха, и мы хотим выиграть первое место. Ну что ж, так оно и будет, я думаю. Здравствуйте. Откуда пожаловали? Мы пожаловали с Аполья. А, вы аполевские? Да. Ну, вас-то мы знаем хорошо. Что, да, что поем сегодня? И частушки, и песни. Все. Идите, у нас поступает. Успеха вам, самое спасибо, главное. Спасибо большое. Молитесь. Красивые все. Ой, какие красивые. Хлопайте нас. Хлопайте, ну, поддерживайте. Ну, мне сложнее хлопать, конечно. Я постараюсь. Ну, хотя бы так. Нет, аппарата. Он же у вас светится. Светится, конечно. И я сама тоже. Скажите, пожалуйста, вы сами из Котельского? Да. У вас, наверное, часто праздники здесь проходят? Обязательно. Мы даже в библиотеке очень часто собираемся.
Ну, сегодня хороший праздник. Частушек наслушаетесь? Мы сами поем частушки и пляшки. А, ну-ка, спойте хоть немного, хоть одну частушечку. Частушечку? Одну, да, хотя бы. Можно да и боевая, ну и правда ураган. На горячий камень стану, но милого не отдам. Отлично. Девочки, а вы откуда сами? Из таверны. Вот. Это у вас танцевальный коллектив? Пою. Поете? Пою, да. Частушечки, да? А можно без них? Ты горе, мы всегда с тобой. С частушкой встречаем, гармонию величаем. С благородством русским, с русской душой. Слово для приветствия и открытия фестиваля предоставляется Марине Алексеевне Михайловой, заместителю главы администрации муниципального образования Котельское сельское поселение. Приветствуем! Здравствуйте, дорогие жители Котельского сельского поселения! Уважаемые гости! Сегодня мы с вами собрались на чудесный, замечательный праздник, посвященный песне России, нашему хорошему поселению и нашему теплому району, который каждый год традиционно встречает всех любителей русской песни, всех любителей гармонии, частушек, всего нашего русского традиционного. Четвертый раз вышивали «Синее море со волнами», «Синее море со волнами», «За белыми кораблями». Серединки вышивали светло-синие цвета. Работа до руки, надежные будут по руке, а нечего делать, и таракан на палате лезет. Так работаем, что не досуг носа утереть. Я надену платье бело, буду я красавица. Пусть лентяи подходят, погоней справиться. Пожаловали с разных краев Кингисеппского-то вашего района. Вот Попольевские мы, девчата. Мы подружки веселушки, протянем я вам частушки. Мы не просто пропоем, а расскажем, как живем. У меня на сарафане петухи да петухи. Когда вырасту большая, берегите джимихи. У меня на сарафане выйду я гулять новеньких ботиночка, а ребята говоря, будто я картиночка. Я в Куземке народилась, я в Куземке наживу. На работу хожу в садик, я без дела не сижу. Говорила утро, мама, убери свою кровать. Я сказала, маменька, я здесь все маленько. Тихоньки да хохоньки, наши парни махоньки. Из-за кочек, из-за пней, не дать наших парней. Я учила куклу Масу, ну знаю лаской кусать кассу. Ой, напрасно я учила, лаской попу получила. Всем нам скучно без частушек, без веселых песен. Без гармошки заводной мир не интересен. Меня-то с молодой, да и валенки долой.
Собирали всем селом, всем на радости забыли.
связист, а у него насчет любови провода повесил вниз. Бурные аплодисменты веселее! Меня милый изменил, ну и мать его идти по Советскому Союзу, можно и лучше вам найти. Меня милый не целует, говорит, работаю, здесь работа ни при чем, любит не с охотой. Вам да Семеновну, эх, Семеновна, везде нашла приют, тебя и в городе, и на селе поют. Широкие поля, край родной цветет, а Семеновна подойдет. Ой, Семеновна, да, да живем. Душа девица, на тебя можно понадеяться. Ой, Семеновна на селе живет, сперва потрудится, а потом споет. И вышла такая никудышна, такая неумелая, зато бабенка смелая. Вода льется, из болота сочится, а хоть такая жизнь плохая, веселиться хочется. А башкотельский народ хорошо гуляет, трудится он славно, но и отдыхает. В огороде баня жить.
голубой, у кого какой залетка, а мой самый дорогой. Просыпаюсь на заре, год лошадки во дворе, поработал до темна, богатей моя страна. Из овсянки кашу ел, на 5 лет помолодел, начал штангу выжимать, как лошадка бегать ржать. Thank you.
Яли-яли не работал, яли-яли не потел, от косилочки до милочки без памяти летел. Доведу, чтобы забудет, сколько месяцев в году.